Всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Давид Прош 7, и это Bone Tail Cheat Edition. Да, как я уже говорил, я вернулся, и сегодня мы будем... Чёрт! Мы будем играть за Флавы, цветочек Флавы. Вот если что, его атаки, можете, конечно, поизучать, но вроде бы я их уже знаю. Вперед, играть! Первый уровень, давай, легкий, первый уровень, вперед. Вот и наш цветик. Привет, Чара. Наконец-то ты здесь. У меня хорошие новости. Похоже, моя сила вернулась ко мне. Моя воля к жизни, моя способность вернуться после смерти. Моя решимость здесь. Ты же понимаешь, что это значит? Чара. Когда мы оба обладаем такой силой, мы будем непобедимы. Мы уничтожим все в этом жалком мире. Вижу, тебе уже не терпится начать. Я ощущаю твою жажду убийства. Я так мило. Наверное, было весело убивать всех этих идиотов. Погоди. Почему ты так странно на меня смотришь? Ха. Ха. Все это я чувство. Почему я глазу? Эй, ты за не хочешь убить меня, так ведь? Чаля, что за дела? Мы же все ищем на одной стороне. Стопай, стопай, поаккуратнее. Ты что, хочешь убить меня? Ты хочешь бросить вызов мне? Тому, кто не помнит расположение кнопок и не посмотрел их нормально, плезди тем натять? К черту все! Я тебя не боюсь! Если ты так хочешь дляться, то я сам убью тебя. Я заставлю тебя пожалеть о твоем лечении. Так... Я помню, вроде, про... Флавы сам по себе двигаться не может. Только когда он так под землей. Но при этом так он тратит силу. На Shift он начинает ржать и заполнять свою силу. При этом можно отпугивать так человека. Еще можно делать вот так. Ты этого не видишь, но... Кружок. Не-хе-хе. Кстати, я же говорю, вроде еще можно сохраняться. Но нам пока что это не очень пригодится. Так как, когда мы сохраняемся, мы еще сохраняем полоску жизни соперника. Так, подожди, я хочу показать приемчик прикольный. Только для этого мне нужно чуточку сейчас побегать от нее. Не бей, не бей, не бей. Так, подойди, подойди. Не-хе-хе-хе-хе! Да я! Ладно, еще чуть-чуть придется подождать. То есть, услышишь эту психоделическую музыку. Мне кажется, она очень хорошо подходит к Флаве. Ну давай, человек, в этом мире убей или будь убитым. Вы победили, вы получили 5 опыта. Это же так много! Файл 3 загружен. Ну и мы продолжаем, да. Не теряя ни секундочки. Вперед, вперед, вперед! Сейчас опять куча текста будет. Хи-хи-хи-хи. Победить меня! Больше глупости я в жизни не слышал. Надеюсь, теперь ты понимаешь свою глупость. Вложить вызов не было твоей самой большой ошибкой. Почему ты улыбаешься? Я только хотел убить тебя. А тебе это понравилось? Стози, может, если я убью тебя еще раз, ты поймешь свою глупость. Опа! Хе-хе-хе-хе-хе.
пару таких атак и от человека мокрого места не останется. Ржем, много ржем, ржать полезно. Мы ждем чуточку, прям совсем не кусочку, пока семечки восстановятся. Кстати, мы еще можем вверх, вниз идти, но это не очень нам нужно. Банг! Опа. Валим. Бэнг! Не! Ну, это было чуть-чуть полегче, честно говоря. Потому что мы не выеживались. Да и я вспомнил управление. Ну, продолжаем. Я так понял, пока что мы... Вот так как-то легкий уровень сложности мы пока что не будем использовать сохранение. Способность сохранения, так как не очень нам пока что это нужно, это уже для более сложных уровней. Твоя главная ошибка — плетать меня. Надеюсь, теперь ты жалеешь об этом. Все. Я могу просто заставить его застыть! Вроде на легком уровне сложности человечек боится того, как мы ржем. Так что... Видите, какой я пупсик. Так что можно спокойно это использовать, чтобы отталкивать его от нас. Время ржать. Смех восстанавливает энергию. Ты знал об этом? Если нет, то теперь ты знаешь. Бум! Ну! Это было легче, чем я думал, честно говоря. Вы убедили, вы получили 20 любви! Это не опыт, это любовь, как говорил Флой. Это... Очки потребления пищи. Ну и да, мы прошли... Не, мы нифига не прошли, только легкий режим, да. Но это тоже какое-то достижение, да? Да ведь? Ну, да, с вами был я, DaveProf7. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии. Если не хотим что-то сегодня не делать, ваш выбор. Ну а пока песик приближается к нам. Да, с вами был я, DaveProf7. Всем удачи и всем пока. А я буду убегать от песика.